немножко с опозданием проводим День защиты детей и юбилей центра «Аленький цветочек». 5 лет исполнилось. На сегодняшний день 32 ребенка. Из них большинство детей это диагноз ранний детский аутизм, синдром нарушения общения. Есть дети с синдромом Дауна. Основная программа, по которой мы работаем, это эмоциональное обогащение. У них понижен эмоциональный тонус. Они бывают безрадостны часто, депрессивны, апатичны. Поэтому мы стараемся их всячески радовать. Этот праздник непосредственно помогли организовать Даша и ее группа, которая нам помогает. Сами самостоятельно, без всякой спонсорской помощи, организовали небольшое такое сообщество и устраиваем различные мероприятия деткам из «Аленького цветочка». Уже мысли давно посещали такие, сделать что-нибудь полезное. По возможности, конечно, такие мероприятия стараемся поддерживать. Есть люди, которые в этом нуждаются. А если мы можем дать, а люди нуждаются, почему это не сделать? Мы с ребятами организовали сегодня анимацию, так скажем, будут разные фокусы. То есть купили подарки, сладкие игрушки различные. Основная масса детей, они находятся дома. Никаких особых развлечений нет, одних мы тоже их никуда не отпускаем. Поэтому выход в свет, общение с людьми. Мы же тут уже как одна большая семья, мы все друг друга знаем. Поэтому это очень большое значение для нас имеет. Кирилл, тебе нравится праздник? Да. У нас всегда самые положительные впечатления, потому что, во-первых, мы очень любим хороводы водить. Для слепого ребенка двигаться в пространстве очень сложно. А здесь двух сторон держит, как бы у него пропадает страх. Здесь дети чувствуют себя очень свободно. Но для детей это очень важно, они это очень чувствуют. Мне очень нравится. Сегодня ты танцевала. Какие танцы у тебя были? Зайка и Катлин, моя любимая, Сагурит. Я очень люблю. Большое очень, я считаю, дело такой праздник провести детям. Чтобы они вместе собрались, вместе порадовались, вместе с родителями, вместе с нами. И вот этот вот заряд бодрости, энергии, праздника, радости понесли дальше в жизнь.